Столкновениями демонстрантов с полицией завершилась акция протеста в Рио-де-Жанейро против намерения властей сократить расходы в одноименном штате и в целом по стране. Небольшая группа манифестантов отделилась от шествия и стала бросать в стражи порядка бутылки и петарды. В ответ полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек задержаны. Большинство демонстрантов – бразильские госслужащие. Они обеспокоены тем, что могут остаться без зарплаты из-за финансового кризиса, с которым столкнулось руководство региона. Говорит Мария Карвальго, школьная учительница. Если у нашего штата есть финансовые проблемы, то почему тогда не отказаться от финансовых льгот, которые предоставляют власти спа-центрам, ювелирным магазинам, пивоварням, да и вообще своим друзьям? На федеральном уровне власти подготовили поправку к Конституции об ограничении госрасходов в ближайшие 20 лет. Цель – устранение дефицита бюджета. В оппозиции заявляют, что это приведет к сокращению финансирования социальных программ, что скажется на наименее защищенных слоях населения.